Ребята, всем привет, вы на канале Кинопода Геймс. Мы сегодня в битве тачек на арене Драйва Хэд. Наконец-то уже добьем это рождественское событие. Очень большое событие, оно у нас, по-моему, целый месяц идет. И вот, наконец-то, я решил все-таки пройти все испытания, именно основные испытания, сразиться с финальным боссом и уже спасти ту тачку из клетки. Но для этого мне нужно пройти этот уровень, а здесь у нас, смотрите, маленькие големы. Бьемся с маленькими големами. Так, есть. Без проблем победили. Здесь у нас нужно было как раз на тачке зимней резины наиграть. Мой двойной снегомет отлично для этого подходил. Идем дальше, смотрим, сколько у нас там осталось событий. Сколько осталось здесь заданий, еще давайте посмотрим. То есть, в принципе, еще раз, два, три, четыре, пять и шестое. Это уже вот этот основной боссик. И мы спасаем типа Сани Санты. Ну что, хорошо, поехали. Идем дальше, следующее нам нужно что опять? Тачка зимняя резина, собрать 6 предметов, скользкий склон. Так, 6 предметов, ага, я вижу предмет вверху. Давай быстро. Поехали, 18 секунд остается. Есть, взяли, назад. Так, здесь что делаем, разворачиваемся, нет? Ладно, вперед поехали. Назад, 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 быстрее. 5 секунд остается. И? Нет, достал. Я достал, ребята, отлично, я думал не успею его пушечкой схватить, отлично. Финиширую за 20 секунд быстрее. Да, ребята, 3 жетона. Так, хорошо, у нас 3 медальки, идем дальше. Нам нужно победить 12 врагов, не царапины. И тачка зимняя резина. Все у нас хорошо получается, поехали. Что, опять големом будет, нет? Подарки, как я этих подарков ненавижу, 12 подарков. Давай быстро их, пока они, ребята, не появились. Нет, я уже, ладно, себе уже урон нанес, ничего страшного. Ох, один подарок успел превратиться. Сейчас он будет как раз на всех замораживать. Да, очень тачка, этот кристаллизатор. Такая жесткая машинка. А мы ее уничтожили, кстати. Есть, без проблем. То есть, по-моему, две тачки только успело появиться из этих подарков. То есть, в принципе, пока все отлично. Две медальки тоже неплохо. Идем дальше. Нам нужно на елковозе, в принципе, собрать 8 предметов. И это все сделать за 30 секунд. Нет, на елковозе без вариантов. Это нелюбимые эти глаза. Поэтому... Ну, по старой схеме, ребята, здесь. По старой схеме я просто не знаю, как на елковозе мы его проходили. На двойном снегомете, по крайней мере, у нас это получается. Двойной снегомет нормально так переворачивается. Вопрос только в том, что мы, по-моему, не успеваем за время. Еще 7 секунд, 6, еще 2 предмета, 5 секунд. Последний предмет. Ах, последний не успели. Мне не хватило 2 секунд, буквально 2 секунд. Неужели елковоз ездит быстрее? Вряд ли. Точно вряд ли. Идем дальше. Следующее задание. Нам нужно победить 8 врагов. Турельные проблемы. Опять эти турельки будут стоять. Ё-моё. Ну, задания уже повторяются. Одну вынесли турельку. О, сразу две вынесли. Три. Так, назад. Вот-вот-вот-вот-вот. Ё-моё. Так, не сильно разгоняемся. Хорош. Хорош, хорош. Не сильно. Есть. Ну, без... Очень быстро. Очень быстро мы вынесли. Так, давайте посмотрим, что у нас там по медалькам. 3 медальки, отлично. Отлично, да. За 45 секунд нужно было это сделать. Двойной снегомет. Как раз тачка зимней резины. Самый топчик. Идем дальше. В принципе, не так много заданий остается. Остается, ребята, совсем ничего. Предпоследнее задание. Собери 4 предмета за 30 секунд. Опять на тачке зимняя резина. Воу, мы в темноте. Давайте, можно, в принципе, сначала на разведку съездить. Узнать, где эти предметы лежат. Так, вниз. Спускаемся. Оу! Что-то собрали. Ух ты! Боже мой. Это был, ребята, Крампус, я понял. Крампусяка. Где эти 4 предмета? А, они же будут меняться. Так, опять Крампус. Короче, он сам меня куда-то ведет. Ё-моё. Ладно, пока он там остался, давайте в другую сторону прокатимся назад. Так, ага, здесь мы сюда. Но я не знаю, я не думаю, что мы сможем запрыгнуть. Да ё-моё, какую тачку тут брать-то? 4 предмета, попробуй их найди. Так, я не знаю. И... Ах ты, он схватил, а так бы я как раз перелетел. Так, ладно, значит, едем еще раз сюда. Запрыгиваем. И вот здесь мы... Я собрал. Это кто, он? Так, ребята, это Крампус опять. Давайте вернемся, да, вернемся назад немного.
Так, сюда. Ё-моё, схватил. Пока два предмета. Два нашли. Не знаю, куда нам дальше еще ехать. Опять он появился. Это финальное, я бы сказал, уже задание. Сложное. Очень сложное. Неужели нам нужно туда налево возвращаться? Так. Да ё-моё. О, а нет, я хотел сказать, что я его вынес. А не, вынес. По крайней мере, он исчез. Так, я разгоняюсь вот так. Так, есть, перепрыгнул. Запрыгнул. Да-да-да, запрыгнул, ребята. Хорош. Ну, последний. Так, сначала снизу проеду. Снизу проехал, нету ничего. Едем наверх. Здесь ничего нету. Все. Вариантов ноль. То есть нам нужно туда как бы левее еще уйти. Походу. Вот эти я вот прыгаю. И вот тут еще туда выше надо было. Неужели? Или сюда, наверное, еще левее. Так, а на какой тачке это сделать? Так, походу надо тачку менять здесь. Может быть, самолетик? Хотя вряд ли я на самолете буду биться. Точно не смогу ничего сделать. А нет, собрали. Собрали. Вроде бы не было этой клетки, казалось, до этого. Ну ладно, прошли. Прошли на три медальки без проблем. И у нас, ребята, финалочка. Да, у нас, ребята, финалочка. И мы сражаемся с боссом Крампус. Но, естественно, ребята, Крампус победить босса. В идеале это сделать на Сани Санты. А вообще в идеале еще и без царапины. Ну, поехали. Финальный босс. Битва за Рождество. О, вот это, ребята, Крампус. Наш любимый робот. Хорош. Я думал... Так, есть. Ну, это легкий, наверное, Крампус. Ну, вот этот Крампус уже был раньше, точно. Когда-то мы уже с таким, да, с этими щупальцами, я помню, сражались. А, мне же нужно эту тачку сначала вынести. Все, точно. Так, тачку вынесли и опять напрыгиваем. И он, по-моему, у нас улетал раньше. Точно, он, по-моему, улетал. Витя, а сейчас он не улетает. Так, ну, надо подняться. Так, дайте мне подняться и эти тачки замочить. Не могу тачки замочить. Вот эту замочил. Эту замочил, хорош. Три жизни остается. У меня он тоже много отнимает мне. О, наконец-то улетает. Наконец-то улетел. Нет, не улетел. У меня просто три чувачка появилось. Есть. Так, нет, не достал я. Я не достал, ребята. Не, ну сложный Крампус. Ах, ты перелетел я. Так, а у него последняя жизнь, в принципе. И есть, вынесли. Наконец-то, ребята, вынесли финального босса этой битвы за Рождество. Короче, прошли это событие. По крайней мере, первую часть события прошли, но там еще будут у нас другие боссики. Да, прошли мы боссика, пускай одна медалька. И спасаем. Спасаем тачку Сани Санты. У меня та тачка есть. А тут вообще ледяной голем почему-то появляется. Короче, какой-то глюк. Должны были быть Сани Санты. Оказался ледяной голем в клетке. Ладно. Какие-то странные у нас тут дела. И смотрите, еще в принципе мы, если 85 жетончиков собираем, 85 медалек, можно еще с одним боссом сразиться будет. То есть в идеале мы еще можем сразиться, ребята, с одним или с двумя боссиками. Ну что, такой у нас был видосик. Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх. До скорого в следующих видосиках. С вами был Никита. Пока-пока.